Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка», отрывок. Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался. Но, зная нрав и образ мысли отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет, и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марии Ивановне и решился. Однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марии Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувству нежности своего сердца со всей доверчивостью, молодости и любви. Со Швабриным я помирился. В первые дни моего выздоровления Иван Кузьмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреевич, надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иванович у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себя надумается да раскается. Я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант с согласия своей супруги решился его освободить. Швабрин пришел ко мне, он извел глубокое сожаление о том, случилось между нами, признался, что был кругом виноват и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятным, я искренне простил ему и нашу ссору, и рану мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника».